Тацкий, огромное спасибо за внестримовый донат. Дыня Титич и Мемрарыч, блядь. Название мне уже нравится, давай смотреть. А и сасный народ. Сасный народ. Не то чтобы совсем кончный, а все ж таки долбоёбы. Только что смотрели, дебилоидов, короче. И теперь будем сами смотреть дебильную хуйню. Вот, лицемерие. All writer, thank you very much for donation, all writer, thank you. Ты великий. Ночью давно он был в говно. Чудеснейшее средство от похмелья, боленьки. Шрек, которого мы заслужили. Слава, а есть Кочевник, кстати, на эту песню? Славный витязи русский. Там Хейнау прям идеально может ложиться на Эйнал, по-моему, прям созвучно, супер. Эйнал, you're an oxter. Эйнал. За их службу ратную, развратную, похвала вечная. Развратную. Бандвин, чувачки! Пиздец от князя! Азязя! Фу, бля, заебал это ебатория. Ты тупой пиздец. Я имя себе богатырское придумал. Елисей Сисич. Да без разницы. Лизали задницы. Раз уж навязали тебя на член, то я беру тебя в плен. Ух ты! Делать то, что я велю, раз, и молчать при этом. Сас. Я тебя спас. И в благородство играть не буду. Я понятно объясняю. Понятно. Зараза. Блин, я вспомнил прям все. Я как в детстве это, ну, относительно в детстве смотрел эту хуйню, типа. Yeah, понятно, объясняю. Это типа как, видимо, пытались сделать, как такой мемес будет крутой, но... Пакет заболеваний. Я вот здесь пораскинул мозгами. В буквальном смысле. Ха-ха-ха, скобейнился, ну да. Враки пора. Собатель, вон стол, зивор, без гона, ром. И вот зипчат, и стул, и вот зипчат. Ладно. Блин, я что-то как-то... Да ты заебал! Ну нахер. Блядь. Чем, говоришь, пожаловал? Я... Да хуево знает. Короче, же есть. Же есть, ну аминь. Чокнутый, сука! Ты чё, бабку вот эту? Ну, а с кем я недавно прям вспоминал вот эту бабку? Чокнутый, бредишь, блядь. С кем-то мы прям сидели, я это... По-моему, с Сашей как раз на стриме, типа. Да? Вот. Так что, вот, типа, там... А, это... Нихуя не понимаю, ёбаный в рот! Короче, какой или без шутки про друс вот. Это правильно. Блять, я... без соса, что мужик без дрочки. Я отвлекся на минуту ну, там. Ты, ну. Сарацин, пацаны, блин. Я типа. Короче, отвлекаюсь, сорян. Пиздец, просто наебываю донатер на день. Короче, какой или без шутки про друс вот. Это правильно. Все равно какая-то хуйня. Оказалось, не зря отвернулся, там какой-то пиздец вообще лютый, блин, просто кромешный. Да. Зять без соса, что ли, мужик без дрочки. А без дрочки плохо, ребят, да. Уж я-то знаю. Короче. Кто, кстати, No Nut November, типа, соблюдает? Колитесь. Я нет. Проверить углы! Проверить углы! На нахуй! Доброго дня, дядя, дня тебе, князь киевский. Я рыр! Я не похуй.
хуйня. Пиздец, хорух, сос. Ехали, да, ехали два витязя, зенитязя храбрые. Подъебали тамика и танцевали крабика. Тартар ебанулся. Добрый рун, даже шишку потребить нет. И даже рапать увету. Вот так вот. Ты че хач но крашиваешься? Добрынь, ты не понял. Ко мне. Ну чё, ему шишку начал теребить? Когда мы перебежали сарацины, всегда рожали. Сарацины вражины. Заморим, порубим, но фарш и русалим, скоро будет наш. Ого. Ага. Бабриня. Ты когда-нибудь пила? Ну, бабах видел? Что, блядь? Ты когда-нибудь пила? Ну, бабах видел? Рекламу в пупах? Видал, конечно. Сука, нихуя себе, мы где? Мам, я только знать, кто забушил, а там я бытный. Избушка на курьих ножках. Стань к заесу задом, ко мне передом. А ну, пошла нахуй. Ты, блядь, гондон драный, в жопу ёбаный, пидор. Идите нахуй. Не одобряем, осуждаем, осуждаем. Чему его можно научить? Это самый уродливый кух, которого я когда-либо видел. Сас. А, так это же верблюд. Слыхал? Пить самый уродливый конь, блядь. Да мне похуй! Ага, попалось чудище трехголовое. Вот это было бы прикольный, конечно, конец. Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я кидался колом в прохожих и смеялся. Одобряем. Ой, так это почки принесли. Куда? Почки? Катаешь? Не видишь этого мой? Ой, да пожалуйста, больно надо. Я не виноват, целую, князь. Сэмпай! Сэмпай! Нужно забаву отпускать. Сэмпай! А, щас, за нее почти 40 гривен плачено. 40 гривен, блин. Шеешь. Так а чё, чё делать-то? Не знаешь, чего делать? Садись на бутылку. Опять? Не опять, а снова. 10 раз. 20. Ну, держись. 10 раз. 20. Отдавай за вас, жулик! Не воруй! Жужик, не воруй! А это нахуй! Ты, Ирод! Ты чё делаешь? Меня, а ты мне могли бить? Ебать, мемос, я жизнь. Одобряем. Слушай, Елисей. Слушай, я взял тебя за жопу. То я делу ратному обучать, а не сосы точить. Он ёбаный волшебник, он ёбаный волшебник. А быстро покажи жизнь ему. Так, жизнь мне. Ты хочешь, чтобы я тебя отодрал? Почему ты все в рот? Это шайтан Батыр! Ага, он самый. Сделаешь так, чтобы они сюда не дошли, и нах пошли, и мимо, вот как не бывало. О, нашлась сюда. Иди сюда, глупое животное. Да стой ты! Иди сюда, глупое животное. Здорово, бандиты.
так вот, нет? Смешной случай вышел. Блин, у меня что-то как-то... Я больше не кекаю, а больше ностальгирую по этому мультику, типа, когда ты его смотрел. Вот. Такие дела. А я слышу, идет кто-то. Топ-топ. А это ты. Ах, Колывана. Ревана. Да? Да? Гори. Да? Сейчас, сейчас. Половина глубокая, скотина болотная, от земли подобись, войско темное, ебись. Твои глаза. Мумс. Да только деда вовек не поломается. И долго, долго может беседа женская продолжаться. Какая беседа? Может беседа женская. А женская? Лучше бы гейская сделали. Продолжаться. Что-то недолго у них беседа продолжается. Дед, блин! Передос с пафосом! Куда ж ты рулишь? Левее, говорю! Но что делать с ним будем? Предлагаю голосовать. Голосование. Голосовать. А? 5, 4, 3, 2. Голосование завершено. Победив девицу простую, стали друзья верные зраться. Да, смешной случай вышел. Чёрт, у меня какая-то скучка. Понятно. Блин, я вчера еще главное, так, был какой-то донат, типа, от Leo's Hell Scream, что, типа, да ну, девки, типа, неинтересно. А я начал... Ну, я, типа, как бы я кекнул, но начал отвечать на полном серьезе. Типа, да ну, это же, ну, как бы не скучно, а там что-то... И я сам пересматриваю, думаю, блядь, типа, Моисей, ты чё, ебать? В общем, да такое, типа, полукекабельное, я бы так сказал. 2-2-2. А чё там? Я проебал. Выебать? А, ну вот, всё. Проголосовали.